Катастрофа в Японии может повлиять на мировую экономику гораздо сильнее, чем теракты в Америке 11 сентября. Такое мнение высказал президент российско-германской внешнеторговой палаты ВАИС. В Москве прошло общее собрание этой палаты, на котором побывала Екатерина Ерофеева. Представители немецких деловых кругов сейчас пристально следят за ситуацией в Японии, а о России говорят с оптимизмом. Самая главная новая тенденция – это преодоление кризиса. Мы явно видим где-то с середины прошлого года и особенно сильно в этом году, что взаимный товарооборот очень сильно растет. Немецкие компании смотрят на российский рынок, хотят здесь локализовать и строить производство. И что нас особенно радует, что они сильнее идут в регионы. У немецких партнеров высок интерес к тем сегментам рынка, где Германия традиционно сильна и которые сейчас быстро растут в России. Это производство автомобилей, энергетическое и транспортное машиностроение, нефтехимия, наукоемкий сектор. Многие немецкие компании хотят помочь российской индустриализации, хотят быть частью российской модернизации. Сейчас Россия входит в первую десятку стран по объему немецких инвестиций. У меня нет точной статистики, но я бы сказал, что место России где-то между 6-м и 10-м, потому что у Германии уже развиты отношения с Китаем и Индией, и больше инвестиций направляется туда. В России этот процесс идет медленнее из-за несколько более медленной модернизации страны, но шансы на успешное привлечение капиталов велики.